Новости Богородского района. Богородская43.ру. 3 марта 2018 года в деревне Парфеновщина Куменского района в 24-й раз прошел Парфеновский лыжный марафон. За 24 года марафон стал брендом не только Куменского района, но и всего региона. Добрый день, Александр Елисеевич, глава Куменского района, специально для сайта Богородского района. Несколько слов. Дорогие друзья, лыжный спорт – это очень прекрасный спорт. Олимпиада нам это показала, что надо быть активными участниками своей жизненной позиции, своего жизненного кредо. У нас лыжный марафон проводится каждый год, и глава района обязан просто участвовать, чтобы люди видели, что спорт – самое великое и самое хорошее дело. Удачи вам всем! С Новым годом, с 8 марта, дорогие женщины! Все на лыжню! Спасибо! В этом году на старт вышли более 700 лыжников из Кирова и 15 районов области, в том числе любители лыжного спорта из Богородского района. В соревнованиях приняли участие и именитые действующие спортсмены. Так, уроженец Кировской области Владислав Скобелев прошел дистанцию в 30 километров и стал ее победителем. Владислав – чемпион мира по лыжным гонкам среди молодежи, трехкратный победитель Всемирной универсиады, победитель континентального Кубка Европы. Организаторами соревнования выступили Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, администрация Куменского района, региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Красное знамя». Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя правительства области, министру сельского хозяйства Кировской области, светлому человеку Алексею Котлячко. Спасибо. Уважаемые друзья, конечно, в первую очередь организаторы этого марафона, уважаемые участники лыжни, конечно, вы с нетерпением дожидаетесь старта. Я очень коротко поприветствую вас от правительства области, от губернатора Игоря Владимировича Васильева. Конечно, каждый желает победить и будет, конечно, победитель, но самая главная победа будет из нас, это победит дружба. И я благодарю организаторов, в первую очередь, конечно, команду Владимира Леонидовича Шулаева, руководителя этого предприятия, который в основе своей несет нагрузку и по организационным, и по финансовым вопросам. Я желаю вам всем легкой лыжни. С праздником! А теперь слово для приветствия хозяину соревнований, председателю кооператива «Красное знамя» Владимиру Леонидовичу. Хотел всех поприветствовать на нашей лыжне. Я сегодня вижу, что у нас еще больше собралось спортсменов. Мы в хозяйстве очень стараемся, чтобы нас все занимали спортом. Кто не может спортом, значит, пускай шашки играет. Ну, то есть мы стараемся, приветствуем очень здоровый образ жизни. Ну и за последние годы у нас марафон увеличился, людей, участников становится все больше. Наш кооператив развивается, люди у нас стали жить лучше, зарплата у нас получше. И скоро у нас будут выборы президента. Так что я всех приглашаю обязательно прийти на выборы и проголосовать. Так что всем участникам удачи, победить сильнейшие. Спасибо. Да, я его фиксирую. Да, давай.
Я Михаил Геннадий из Первочепецка. Вот, уже участвую здесь четвертый или пятый раз. Мне очень нравится. Занимал призовые места. И вообще спасибо большое организаторам этих соревнований. Все четко готовят. Стараемся приглашать и других людей, когда увидим, что на ты приезжайте. Здесь очень хорошо. Спасибо. Дистанция у вас какая была? У нас 10 километров по возрасту. А сколько лет? А мне уже 68 лет. Ну, спасибо. Пожалуйста. Привет из Замутнинска. 30 километров. В 11.43 стартует дистанция 20 километров. В 11.46 дистанция 15 километров. В 11.49 дистанция 10 километров. Каждая дистанция стартует со своего стартовой позиции. Зовут меня Владислав Скобелев. Решил поучаствовать в этом мероприятии. Ну, что я могу сказать, тут очень даже все прошло очень хорошо. Мне очень все понравилось. Трасса жесткая, хорошая. Так что народу очень много, так весело. На будущее всех приглашаю сюда поучаствовать. Помимо основной спортивной части, для гостей мероприятия была подготовлена праздничная программа с участием артистов Богородского районного дома культуры. Прощайте, люди, прощай холодный плен снегов.